Дорогие коллеги, я покажу вам сегодня, что же входит в стоимость квестов. Ну, во-первых, вы получаете доступ к платформе, на которой есть запись, и вы изучаете весь материал, в общем-то, в том порядке, который вам удобно. Все здесь скачивается, все здесь кликабельно. Для начала мы, конечно, разбираем цель. Цель у нас просто замечательная, просто бомбическая. И язык мы можем попрактиковать, и фан однозначно, и на classroom management обращаем внимание, и сдруживаем ребят еще больше. И очень важно, что каждый может себя проявить и развить смекалку, ум и так далее. Значит, смотрите, вот, например, новогодний квест для подростков и взрослых, называется Ingle Jingle. У вас есть 5 уроков здесь, да, то есть урок моменты, по 30 минут разделены у меня части и финал, соответственно, да. То есть в орг-моментах вы полностью получаете подробную рекомендацию, вебинар и все-все-все-все-все, что здесь должно быть, даже шаблон до, рассылочка во время, рассылочка после, да, всего. Вы получаете ссылочку на фотоальбом этого мероприятия, альбом с видеофрагментами, ну, и, в общем-то, все, что нужно для орг-моментов, главный сюжет и так далее, все я подробненько вам здесь расскажу. По каждой части у вас есть подробный вебинар, да, то есть вы прям видео смотрите, как это проходит. Таким образом, у вас остается очень мало вопросов. Но на всякий случай все равно еще все сделано, в общем-то, в текстовом режиме. И материалы, которые надо приготовить, и описание заданий, также у меня есть и в письменном виде для вас, то есть с подробными фотографиями. И как вы видите, вот все-все-все разработочки, все песенки, все абсолютно здесь у меня подгружено. Так у нас по каждой части, соответственно, да, вот, и финал – это как завершается мероприятие, как проходит вручение подарков, что надо сделать после, вот так у меня был финал в сейфе, они как бы все это искали, да, финальное фото и так далее. И вот также подробно, и детский квест, который для Young Learners я рекомендую делать от 7 до 12 лет, то же самое, то есть все урк-моменты, здесь они проходят школу эльфов, соответственно, да, и получают об этом, скажем так, сертификаты, потому что они стали настоящими эльфами. Также все очень подробненько, видите, все разработочки, и фоновая музычка, и фотографии, и все, даже с тайм-менеджментом, то же самое, ссылка на фотоальбом, на видеоальбом, и все части подробненько сняты видео, как это делается, как это проходило все, да. И также есть описание письменное. Все, повторюсь еще разочек, что все разработочки подгружены, вам ничего не надо будет делать, вам надо будет только это разбить и посмотреть, как это делать самим. Так что обязательно приобретите, и у вас будет замечательная, жирная такая яркая точка уходящего года.